Грудь идет в мистерии камлания. Все важные камлания непременно проводились с участием бубна, ведь бубен — это предмет силы шамана. Андрей Михайлов, приглашаем. Всем добрый день. Сначала я хочу представить вам такой народный инструмент, как орган. В русских традициях он называется орган. В алтайских термах народных называется хамус. Также во всех фактически народных народностях присутствует такой инструмент. Даже в Шри-Ланке Владимир Ломаев мне привозил вот такой вот бамбуковый орган, от чего я просто обалдел. Он не играл. Потом вот принес бубну. Я сейчас просто вкратце расскажу, чтобы потом не прерываться. Вот. Орган, бубен я использую в первую очередь для самонастройки, для гармонизации собственного мира. Ну и потом, впоследствии, стали мы его применять уже в момент действия в местах силы, в семинарах, на тренингах. Вот. То есть тут все зависит от человека, от ситуации. Этим инструментом не может владеть каждый абсолютно. Тут нужно ни специального образования, ни музыкального слуха, только желание и состояние. То есть, еще раз говорю, это инструмент для работы с собой. Татьяна? Татьяна? Как мы ищем? Представить степи, запах трав, заснеженные вершины гор, бег волн, пустыни. Все то, что мы называем нашей родиной, землей. Thank you.
Все равно всем большое спасибо.